Запускаю. Аншабдуль. Аншабдуль. Ничего видно? Так, черный экран, ну-ка скажи. Аншабдуль. 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 Видно? Видно? Да, Аншабдуль сказал. Да. Вот, вы видите, Аншабдуль творит чудеса, так же, как Прет Абдулова. То есть, если повесить на какой-то дом, то всем адептам в этом доме будет добро. А если это не адепты, будут умирать массово и освобождать территорию. То есть, это и также Аншабдуль бы, она как бы приносит добро. В общем, обзор игры Condemned, доброй игры такой, два. Я, ну, собственно, и первую можно делать. Я делал обзор не один, так сказать. Ну, с геймплеем своим не делал. Естественно, я прошел первую часть, когда только она вышла. Это была стартовая игра на Xbox, а, возможно, единственная, которую стоило играть. То есть, как бы, это эксклюзив, да? И причем при этом еще, как бы, шутер-файтинг. Это, как бы, новый жанр смеси файтинга от первого лица. Раньше такого не было никогда. То есть, преимущество на... И в какой-то мере это Survivor of Honor, потому что, так сказать, патронов очень мало. Потому что их вообще фактически нету. Весь геймплей на махании дубинами основано. Что очень специфично, просто пиздец как. И графика реалистична очень. Всю чернуха, то есть это просто повсюду. Так, синглплеер. Игра начинается, называется, после второй, так сказать, части. То есть в первой части, то есть это пиздец. Я как, не знаю, с чего начинать, но ты типа ловишь серийного убийцу, серийных убийц. То есть ты приходишь в какой-то район, где убили серийного убийцу, вот. Абдуль, ты пока не начал играть, тогда да. Сразу же вопрос задам, чтобы потом его не задать. Да. А первая часть, как бы вторая, является продолжением первой части? Естественно, естественно, вот. И выясняется парадокс в том, что весь этот район, да, вообще там весь мир населен наркоманами, ебанутыми, которые все там маньяки, совершенно сумасшедшие, сразу на тебя накидаются и пытаются убить. А ты вот в этой вонючей трущобе пытаешься ловить еще какого-то серийного убийца, который убивает других серийных убийц. Это там все маньяки, убийцы, кого хочешь, иди засаживай. И то есть такой лютый пиздец начинается. Под конец там приходят демоны, всякие глюки, непонятно, то ли ему кажется, то ли не кажется. Как бы он убивает его под конец, или либо он сам убивает, но тут выясняется, он нифига не умирает, ему челюсть сносит. То есть сюжет тут более закручен, еще круче, то есть полностью уже на демонах, помешанной группировке. Выясняется там под конец, что во второй части, что он суперчеловек. То есть это пиздец, какая обдуленная игра, она просто пиздец, какая крутая. Игра является более, ну, как мясо, или как все-таки, так как это, скажем... Ну, это она фир напоминает, но при этом игра страшная, так сказать. Понятно. Она делает то, что фир не делает. Я имел в виду сравнение то, что вот, допустим, есть та же самая игра, старенькая, на ПК 2005 года, Call of Cthulhu, где ты там должен был прятаться. Это полное говно, блядь, это пиздец какое, блядь. И это такая параша, я, блядь, сделал обзор, сейчас уже удалил его. И такое говно, блядь, и, сука, я пытался в него играть, блядь, это невозможно, просто, сука, это одна из самых сраных игр, когда-либо создана, там, на этом заводе, где респанятся мужики, блядь, вообще пройти нельзя, сука, либо, сука, такое говно, сука, абсолютно поганое. Так, я яркость хочу подкрутить, аж вдоль. Вот, и что тут сделали? А, еще что там есть, как бы разнообразили эту игру. Еще в первой части было это режим детектива, так сказать. То есть там сцена криминальная, ты должен там ее рассматривать, там искать улики. Еще помимо этого вопросы там отвечать. И за счет этого тебе там бонусы дают. То есть, так сказать, расследование сделано лучше, чем в ебанутом этом вот пресловутом Law & Order. Вот, бомжи. Вот, и главное, в первой части он полицейский был герой, а сейчас он спившийся бомж просто. И, кстати, это... Ванамас. Да, бомж, вот Ванамас, вот как раз. Маслаков Фами, Фамили знаменитая, вот она. Знаменитая Маслаков Фамили. Вот. Так вот, и просто пиздец. И у них главное, он спивается, у него начинаются трястись руки. Если в первой части, как бы, было просто мало патронов, так тут еще и руки трясутся, если тебе просто пистолет достается. Просто не попасть вообще, а чтобы перестали трястись руки, что можно хоть куда-то попасть, надо выпить бутылку водки. Это просто пиздец, то есть это вдвойне сделали неэффективным огнестрельное оружие, помимо того, что его нет совсем, приходится дубиной орудовать, так еще и трясутся руки. То есть это просто графон еще круче стал, грязно все более разнообразно. Пиздец, уже блокбастер реально в духе 90-х. И выглядит Next Gen'ово. Вот, ну, а сейчас да, типа... Кстати, трущобы, да, так все это нормально. Пиздец. Делать,
Да, тут motion blur, все. Сейчас будут бомжи лезть, тренировка такая. Естественно, обе части я проходил. И просто пиздец, обдуленная игра. Так, сука, блядь, какой же тут сюжет крутой. Естественно, эта часть, она как бы не заканчивается, явно будет третья часть. Он себе, блядь, как бы вот там, блядь, объяснили, откуда там эти хуйни полезли. Там какие-то сектанты, которые себе мышеловку в рот вставляют, блядь. А он, оказывается, может там пугать всех без мышеловок. Он тоже мутант какой-то. Фир очень-очень-очень напоминает, вообще не знамо как. Тебе не кажется то, что они тут с эффектом motion blur-то переборщили? Как раз тут уж все размазано, так вот ты сейчас двигаешься, у тебя все движения. Ну, так и дал, ну... Ну, как-то... Не знаю, это что, стиль пьяница, а не стиль ванамаса, что ли? Ну, блядь, ну вот так ванамас в мир, собственно, видит, да? Шавдуль, братья, сука. Да. То есть... Блять, смотрите, какие бомжи, ловкие бомжи. То есть реально как бомжа, каждый этих бомжа первое видео было, он просто там сальто делал, прыгал на свалке там и тренировался, так сказать, за собаками бегать, собак убивать. Вот. И, собственно, вот тут бомжи тоже вверх акробатически. А тут всю игру на тебя нападают бомжи. Тут пиздец, кругом наркоманы. В и... эту игру надо в Намаста поиграть. Ну да, да, да. Пойдет за 3 секунды. Пиздец. Так, мне хотят какой-то Успер Сузар ему выпустить. Так, блядь. Так, сука. Да, блядь, причем кулаками-то долго бить, да? А в первой части, как бы, вам кулаков-то даже не было. Там надо было только трубой пиздить. Он как бы пиздил там ногой, либо трубой. А тут добавили кулачный бой. И более разнообразная система, потому что она не такая была крутая в первой части. Там нельзя было слева, по-моему, и справа бить, там просто бить и бок, блок. То есть это поразительно, что сделали, вся игра — это кулачные бои. Никогда такого в шутерах не делали. Точнее, это не шутер уже, вообще, а собственно. Видов оружия в игре вообще? Трубы, в основном трубы, коли че режешься. Там это, но есть потом и М16, и вся фигня, и он сам, блядь, ну, короче, дохуя там оружие, но в основном трубами. Блядь. Сука, да блядь. Вот комбосы появились даже. Так. Контр-комбо. Даже появились контр-комбо, бля, вот. Блядь, аншабдуль. Так. Так, давай. Бум. Так. Сука, пиздец, блядь. То есть такой абсурдный сюжет, но и крутой одновременно. Так сказать. Ну, этим как раз таки игры хороши, вот так, ну, таких же. Ну, это чернуха, это даже не нуар какой-то, это просто чернуха. А нуар — это вообще, господи, даже вспоминать не хочется эту игру. Так. Вообще, пиздец, дерьмо. Так, у него сейчас, по-моему, сломан, кто-то должен выпрыгнуть. И взломать дверь-то отдадут. А, вот. Вот. Видите, доска с гвоздями, это уже серьезное оружие. А очки вот здесь есть какие-то, набираются? Вот ты смотри, комбо набрал 3,5. Ну, это особо ни на что не влияет. Главное тут выжить, собственно. Survival fighting, блядь. Тут, блядь, еще в первой части было круто. Бьешь ему, и зубы прям видно, как летят и катятся. То есть, да. Блядь, Эншабдуль. Эншабдуль, братья, сука, это обдуленная игра. Очень крутой этот концепт-арт, просто такой пиздец. Локация очень разнообразная тоже. Концепт-арт — это после прохождения, да, открывается? Ну да. Это с чего это рисовали все? Ну я понял. Один из самых качественных. Ну как бомжи качественно сделаны, прям реальных бомжей не фотали. И они на основе их рисовали вот таких, блядь. Пиздец, а. Сколько бомжей убили, а. А вот вообще игра самая длительная по прохождению, или она... Ну такая средняя. Средняя, да? Ну сколько там примерно локаций или уровней? Ну, достаточно, часов за 8 проходится там. Вот, и... Дольше, чем Assassin's Creed, да? Нет, не дольше. Ну, Assassin's проходится за 7 часов примерно, если уж... Это первый, что ли? Ну да. Ну, я первый проходил. Ну вот. Это даже дольше. А Шабдуль, братья, Вибаран. Ну тут бомжи, сука, замедляют игру, ванамасы выпрыгивают, блядь, бадлы. Да, ага, да. Во, ванамас, так, смотри, вылетит. Сука. Сука, блядь. А почему, а бомж, по-моему, не играл-то в эту игру, сука, пиздец. Ну бомжа она и не пойдет. Да.
И сделали игру для бомжей про бомжей, а у бомжей не идут. То есть это... Не идет, блядь. Не идет. Да, сука, блядь. Ой. Так вот, дверь открылась наконец-то. Вот, еще добавили всякие хрени, тут их локаторы, хренаторы. Вот, радиотрансляция слушать. Ну, просто пиздец, вторая часть намного лучше первой. Хотя первая была обдуренная на то время, потому что такого вообще не А было. что ты скажешь? Ну, сейчас-то, конечно, не слышно, но насчет звукового сопровождения, музыка какая А я вообще могу нормальная была? включить. Ну, можешь, в Я принципе, вот, включить по включил. радио, слух. Ну, я как бы... Ну... Не, ну ты просто свое мнение скажи, как Ну, звуковое нормально, сопровождение тут все вообще? сделано качественно, игра очень качественно сделана, все на высшем уровне. Ну, но еще на то время. Блядь, ты сука. Блядь, ты куда тут? Так, блядь, падла, а? Какой кнопкой тут прыгать-то? Блядь, ну сука. Аншабдуль, братья, бибаран. Но стоит, короче, в игре чего-то бояться или не стоит, там Ну, в чисто. общем, да, тут убить могут достаточно быстро. И, блядь. Сука, блядь, ну сука, блядь. Сука, блядь. Так, что тут? Граб антенна. Так, надо, антенну достать, вот, отсюда достать. Смотри, берем и подстраиваем. Это тоже офигенно сделано, надо подстраивать антенну. И там всякие трансляции. Вот. Вот. И там тоже всякие ужасы, типа Alan Wake. Так. Хорошо сделано, хорошо. Вот. О, и опять пугают. Жути вот это, а. Ой, блядь, ой. Она Бомжами. То есть она гораздо страшнее стала игра, и она, кстати, ему первый палец видела, отрезали в первой части, ему босс отрезал этот. Вот. И она, блядь, делает то, что Фир не делает, и при этом тут плагиата нету ебаного особо. А врагов они сами признавались, да, они их спиздили из фильма 28 дней. То есть такие же агрессивные, непонятно с чего, сука. Нет, это Нет, просто... ну а Фир-то тут Фиром-то в принципе-то и не пахнет. У Фира своя там сюжетная линия. То есть тут. Нет, он очень похоже вообще по всему, так сказать, Ну я стилю. как-то этой похожести не особо заметил, но может быть ты и прав, конечно. Я Ну, не таким, заметил. собственно, эфир и должен быть, я бы хотел сказать. А не... Не, ну то, что вот сравнивать, допустим, эту игрушку и вот новый вышедший Fear 3, честно говоря, я бы лучше в эту Но, поиграл и ну так, покрутил. это другого плана. Вот если тут вообще стрелять, считай, нельзя вообще. А вот эта жуть вообще, подходишь к ней, тебе хуёво становится. И надо разбить быстрее. Сука, просто страшно даже разбить, подойти. И пиздец, тут есть и качки, которых хуй убьешь, и тощие. Враги научились тут предметы кидать. И все главное медленный, геймплей очень медленный, он медленно передвигается. И это очень, очень страшно, вот бить его трубой в ближнем бою, В и он общем, тебе... эту игру стоит поиграть в 3D, я так Да. думаю. А потом на то время тогда и 3D-то в игры не вставляли, но, наверное, было. Она вообще на компе выходила, я же не помню. По-моему, это Xbox эксклюзив По-моему, вообще. Xbox-овский эксклюзив. Это на компе А. она не вышла. Так что бомжа вообще может просто даже не Да. пытаться ее запустить. Ага, да. Аншабдуль, братья. Аншабдуль. Во, телеки можно бить. Аншабдуль. Аншабдуль. Ну просто ужас, просто ужас. Вот чернуху. Вот, ну, больше всего поражает, сука. Ты каких-то ловишь маньяков, блядь, а кругом одни маньяки кого угодно сажают, блядь. Которые просто тебя непонятно почему хотят убить, блядь. Это пиздец просто. Нет, ну агрессивные враги в игре это в принципе хорошо, поскольку Ну, это. естественно, хорошо, но, блядь, ну он ловит, нахуй, убийца маньяков, а тут повсюду все одни маньяки, блядь, ебанутые. И он что-то их не ловит, их расстреливает на месте. Ну, так Ой, сказать, блядь. продлевает путь, где на его пути стоят Да, уже но этой другие. частью он просто спился и стал бомжом, как я уже сказал, он уже не полицейский. Сука, он уже бомж. Он же сам бомж, убивает других Мне, знаешь, бомжей. это напоминает Да. старенький фильм Джеки Нет. Чана полицейская, новая Нет. полицейская история, где он был ментом, потом Нет, стал. вот идея бомжа, можно убить только бомжом. То есть хочешь убить бомжа, стань бомжом. Нет, я тогда в Анамас отказываюсь играть. Да, Лучше бомжа фасоль убивать. бомжом убивают. Бомж бомжа выбивает, так сказать. Да. О, пиздец. О, а вот еще добивание опять сделали, то есть можно поймать ебаного врага и куда-нибудь его в мясорубку засунуть и прочее. То есть есть А боссы, как щит во. использовать можно? Нет. Нет. Вот, смотрите, это напоминает, не знаете, что Fight Night, вот это мне напоминает очень. А. Вот.
вот эти вот. Айнши Абдулин. Блять. Вот добивание эти, пиздец. То есть даже сейчас интересно, что Айнши Абдулин. Кармичная. Биваран брать. Айнши Абдулин.